Hard Zone FM. Напомню, что в ваших автомобилях сейчас звучит Hard Zone FM. У микрофона Сергей В. И мы продолжаем наше музыкальное путешествие вместе с вашими любимыми автомобилями. Вспомнилась поговорка: тише едешь, дальше будешь. Не стоит останавливаться. Развиваем скорость все так же вместе с FPS Expert. Come on! Hard Zone FM. Something kick inside me, something what I can realize. I can never find it, find it where it lies. You can't see it, you can only feel. Hard Zone FM. Знаю несколько способов стать звездой. Первый способ: ноги шире плеч, руки в стороны. Поздравляю, вы звезда! Perfect. Продолжение этого часа с песней We Are The Stars. Здравствуйте, это радио «Час пик», и прямо сейчас мы готовы пообщаться с одним из известнейших людей российского шоу-биза, если говорить в частности, то в рок-музыке человек знает все. Это лидер группы «Наив». Чача, он у нас в эфире, привет! Привет, медведь! Привет, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на радио «Час пик». Я знаю, что как раз одна из песен «Наива» была написана специально для вот этой игры. Да, есть такой трек, он называется «Надейся на себя». Он такой не совсем традиционный, он такой скорее, это не панк-рок, это такой скорее индастриал. Мы очень долго над ним работали, это было непросто. Особенно у нас были непростые взаимоотношения со звукорежиссером, который нам помогал эту песню записать. Тем не менее, мне кажется, этот трек очень хорошо подходит для этой игры. Я предлагаю прямо сейчас его взять. Давайте послушаем. Отлично, да? Прекрасно. Итак, в эфире радиостанции «Час пик» звучит композиция группы «Наив» под названием «Надейся на себя». Шикарно. Знаете, вот один из самых ярких примеров — это как раз станции, которые как звучат в интернете, также они звучат и, допустим, в компьютерных играх. Ну, да. В частности, вот есть радио «Час пик», как раз, да, вот в игре «Адреналин 2». Получается, по сути, виртуальная радиостанция, которая существует пока лишь только в рамках игры под названием «Адреналин 2. Час пик». И одноименная у нас радиостанция. И мы такие, вообще, получается, немножко виртуальные персонажи, которых на самом деле типа нет.